Мне выпала большая честь поздравить жителей Республики Мордовия с наступающим Новым годом. Новый год будет очень знаменателен. Это и тысячелетие соединения с народами России, это и Олимпийские игры. И я хочу пожелать всем жителям Мордовии в Новом году большого счастья, крепкого здоровья и больших-больших успехов. И не забудьте позвонить и поздравить своих родных и близких.